Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 3. Расстояние между пристанями 224 километра. От них одновременно навстречу друг другу вышли два теплохода. Скорость первого теплохода 26 км в час. Скорость второго на 4 км в час больше. Через сколько часов они встретятся? 26 прибавить 4 будет 30 км в час. Такова скорость второго теплохода. 26 плюс 30 будет 56. Такова скорость сближения теплоходов. 224, расстояние между пристанями, разделим на 56. Мы получим 4. 4 часа – это время, через которое встретятся теплоходы. 224 делим на 56, мы получаем. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.